Так. Курянин, $1. Увидел видео с женщиной на курщине. Говорит, я украинскую разумею, але не западенську, а нашу. Понятно. Интересно, откуда это разделение пошло? Совково-рашкинская пропаганда или исторически так сложилось, потому что Украина в разных империях жила? Ну, с одной стороны, может быть, и совково-рашкинская пропаганда, а с другой стороны, ну, слушайте, как бы есть же такая тема, что жители, как бы, там, Курской, Белгородской областей, вот, короче, этих областей РФ, которые прилегают к Украине, что у них диалект украинского, который балачка называется. То есть отделить-то вы его можете, вы просто не называете его восточноукраинским. То есть, ну, это вполне себе может быть та же самая дистинкция, легко. Или, например, вы говорите, а вот это суржик, а это настоящий украинский. А вот это балачка, а это как бы другие диалекты украинского, или это литературный украинский. А для них ихняя балачка или ихний суржик, например, это как бы украинский как таковой, а ваш украинский — это западенский украинский. То есть главное, чтобы была какая-то дистинкция, а как уже будут названы те части, которые эта дистинкция, соответственно, друг от друга отделяет, это уже другой вопрос. Потому что различие, оно первично всегда. Надеюсь, понятно объяснил, да?